Думаю, что по огромной надписи на коробке все прекрасно догадались, что же здесь такое. Да, это серебряная кнопка YouTube, которую дают авторам каналов при достижении 100 тысяч подписчиков. И вот какая мысль меня посетила. За свою жизнь я успел продолжительное время поработать в различных муниципальных и краевых учреждениях. И за это время у меня скопилось просто огромное количество различных грамот, благодарственных писем, дипломов и даже одна медаль. Но все это не потому, что я был каким-то невзъебенно крутым работником, на плечах которого держалось все учреждение. Нет, просто в таких заведениях принято на разные праздники, юбилеи и прочие важные даты в жизни учреждения, города или края, награждать своих сотрудников. Просто так, чтобы было. Но вот эта награда, это совсем другое. Это то, к чему я изо всех сил двигался 2 года. И это действительно награда, которая мне дорога. Именно поэтому вскрывали мы ее всей семьей, потому что именно эти люди и поддерживали меня все это время, давая силы двигаться вперед. Вот так вот, немного пафосно, но зато от души. Спасибо и вам, мои подписчики, что все это время вы смотрите мои ролики, ставите лайки, комментируете. Спасибо за конструктивную критику, без нее никуда в этом деле, и она зачастую позволяет мне становиться лучше. Ну а теперь пора отмечать.